спасения яблоками. Во время строгого Успенского поста именно их разрешается есть православным верующим. Отсюда и название праздника «Яблочный спас», который отмечают 19 августа. Осень вступает в свои права. Можно собирать урожай, освящать плоды. Считается, так они обретают целебную силу. Но главное – подобрать вкус по душе. Яблоки берут и для детей, и для взрослых. Пожилые люди берут помягче, например, «Белый налив», «Дискавери». Поплотнее берут, вот Гала очень вкусный сорт, Слава сейчас новый урожай. Вкусные яблоки. Больше всего покупают вот Пирус. Они такие, они не очень жесткие, да, не очень твердые и сладкие. У них так небольшая, чудок кисленечка. Освященными плодами принято одаривать друзей и близких, накрывать праздничный стол. Обязательное угощение – яблочный пирог. Анастасия Архипова поделилась своим фирменным рецептом. Замешиваем песочное тесто, выкладываем в форму, заполняем яблоками середину. Вся суть в яблочной начинке. Для этого пирога лучше использовать кисло-сладкие яблочки. Они дают гораздо больше сока, что нам необходимо для песочного именно теста. И лучше всего их резать ломтиками. Не слишком тоненькие, ну, 5 мм. Сверху натираем замороженное тесто и в горячую духовку. Через час на вашем праздничном столе кучерявый красавец с вкуснейшей начинкой. К пирогу необычный десерт. Его даже запекать не нужно, так что мы попробовали сделать его сами. Сейчас мы попробуем сделать яблоко в карамели. Мы протыкаем его шпажкой, окунаем в приготовленную карамель. Затем в лед, присыпку и украшение к праздничному столу готово. Пора звать всех к столу. Говорят, чем больше людей угостить в этот день, тем счастливее будет год. Так что на угощение лучше не скупиться. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».